Здравствуйте, дорогие друзья и подписчики! Сегодня у нас 3 февраля 2019 года. Я занимаюсь посадкой перца. Перчик у меня магазинный. В каком смысле магазинный? Дочь недавно покупала 2 штучки перчины. Я с них вытащила семена. Был желтый и красный перец. Намочила. Вот видите, за 3 дня он у меня пророс. Семена очень качественные, хорошие получились. Хочу попробовать вырастить его в парничке. Сделаю хороший двойной парничок и рано-рано весной его высадить. Ну, сажала я его, как обычно, земельку обливала кипятком, потом положила проросшие семечки и сверху сейчас присыплю земельки. Земли у меня мало, так что нужно ехать снова покупать, как начнет прорастать. Буду под немножко подсыпать, а потом пересаживать. Вот у меня столько тары. Камеру мы свою отключили, все перенесли в холодильник. Сейчас она стоит пустая до лета. Когда начнем ягоды замораживать, тогда мы ее и включим. Камера очень хорошая, называется она «Бирюза». Мне она нравится. Вот эти контейнеры я буду на грядке сажать лук, зарывать их в землю. Вот эти у меня для огурцов. И вот эти еще буду покупать. Потом я покажу, как это буду делать. Буду в этом году делать огород в ведрах, потому что мне невозможно ничего вырастить из-за медведки. Сегодня еще посеяла тоже проросшие помидорчики. Леопольд. Вот подписала Леопольд F1. Тоже буду высаживать очень-очень рано, в апреле месяце, парничок. Поэтому все получится вовремя. Рассада не должна перерасти. Эти помидорчики у меня все штамповые, для открытого грунта, не требующие ни посынкования, беспроблемные для лентяев. Я к этому числу отношусь. Кицуля, что ты делаешь? А? Скинешь мне мои семена? Вот я семена храню в старом фотоальбоме. Это мне подсказала моя подписчица «Будни пенсионерки». Очень хороший канал. И я тоже так сделала. Это моя мамочка молодая. Вернуться бы назад, много можно исправить, исправила бы в жизни. Столько было совершено ошибок, так хочется вернуться назад. Но, увы, счастливые те времена в советские, очень хочется вернуться назад. Мешают коты, от них просто нет спаса. Ну, как они дальше будут развиваться, я буду снимать и показывать. Еле хватило земли присыпать. Земелька сырая, поливать сверху не буду. Ну вот и все. Пусть прорастает моя рассада. Будем сеять дальше. Хочется очень-очень много всего посадить. В магазине цены ужасно как вскочили. Поэтому на вся надежда на свой огород. Заходите в гости, как всегда, буду рада. До свидания.